«Магнит» – один из крупнейших логистических операторов России. Его инфраструктура включает в себя 38 распределительных центров по всей стране и более 5000 собственных автомобилей. Один из распределительных центров представлен в городе Волгограде. Объект в этом году отмечает свое десятилетие. Логистический центр города Волгограда основан 6 сентября 2010 года. Он является одним из крупных инвестиционных проектов в регионе, ежедневно обеспечивая покупателей свежими продуктами питания. Общая численность персонала логистического центра составляет 1005 человек. Площадь логистического центра – 42 382 квадратных метра. География доставки Волгоградского логистического центра включает в себя Волгоградскую область, а также населенные пункты в Ростовской, Астраханской, Саратовской, Самарской и Пензенской областях. Среднее количество обслуживаемых магазинов за сутки – 367 торговых объектов разных форматов. У дома – супермаркеты, магнит-косметик и аптеки. Количество транспортных средств автопарка составляет 90 автомобилей. Одним из ключевых ориентиров в деятельности логистического центра является забота о сотрудниках. Логистический центр дает возможность развития каждому сотруднику, а 95% руководителей начали свой путь с рядовых должностей. Яркий пример – это директор логистического центра Султанов Руслан. Пришел в компанию на должность продавца в 2010 году, а пройдя по ступеням карьерной лестницы, в 2019 году смог возглавить логистический центр. Добрый день, дорогие коллеги! От лица директора логистического центра хочу поздравить вас с днем рождения. В этом году логистическому центру «Волгоград» исполняется 10 лет. За 10 лет много что было сделано, много результатов было достигнуто. Но мы не останавливаемся. Программа 2020 года нацелена на работу с персоналом. Основной акцент мы делаем на безопасность труда. Потому что самое основное и важное – это жизнь и здоровье сотрудников. Мы работаем над повышением производительности персонала, внедряя новые технологии, такие как голосовая отборка и мультиотборка на технике. В этом году мы активно работаем над качеством и свежестью нашей продукции. Здравствуйте, я Варламов Виктор, кладовщик-отборщик. Работаю в компании 6 лет. Я хотел бы поздравить всех с днем рождения нашего склада. Нашему складу исполнилось 10 лет, особенно тех сотрудников, которые работают на складе с самого открытия. Здравствуйте, я кладовщик-отборщик Михайлов Александр. Работаю в АО «Тандер» 7 лет. Хочу поздравить всех с десятилетием нашего логистического центра РЦ «Эрзоблин». Логистический центр города Волгограда регулярно проводит внутреннее обучение и развивающие мероприятия для персонала, а также ведет постоянную работу по улучшению бытовых условий труда на основе мнения и пожеланий работников. Забота о покупателе – один из немаловажных пунктов в работе логистического центра. Достигается это через усиленную работу в направлении качества и своевременности поставляемой продукции от момента приемки товара до поступления в магазин. Добрый день, меня зовут Чугин Дмитрий Олегович, я являюсь водителем-инструктором компании «Магнит» ЛЦ «Волгоград». И хочу пожелать от себя и от коллектива всем сотрудникам компании крепкого здоровья, счастья, личной и семейной жизни и благополучия. Добрый день, меня зовут Цымбалов Виталий, работающий в должности слотчика. Хотелось бы поздравить в этот день всех сотрудников с днем рождения, пожелать всего самого наилучшего, благополучия, здоровья. Коллеги, день добрый. Зовут меня Андрей, я работаю кладовщиком-отборщиком в компании «АО «Тандер» около 5 лет. Хотелось бы поздравить вас с днем рождения РЦ «Эрзовка» и пожелать вам финансового благосостояния, здоровья вам и вашим близким, а также карьерного роста в нашей великолепной компании. Забота же о экологии также входит в ключевые ориентиры работы логистического центра. Переработка вторсырья – пластик, картон, пленка. Установлена система очистки для вторичного использования. Реализован проект LED-освещение на территории распределительного центра.